Ти-16, конечно же, из всех этих самолетов наиболее сложный самолет. Сложный не с точки зрения, наверное, пилотирования, я бы его характеризовал, а с точки зрения приземления. В воздухе он ведет себя очень хорошо. Я вот сравнивал Як-52, правда, потом был осмеян, значит, специалистами крупными, судя по всему, в области, так сказать, летных испытаний и вообще полетов. Но, тем не менее, самолет очень похож на Як-52 по устойчивости, управляемости. Причем, например, мнение Масейкина, летавшего на этом самолете, Игоря Александровича, оно то же самое совпало. То есть он очень близок по крену, бочки делает очень похожие, штопор у него такой очень похожий, довольно-таки простой. Вот. Но вся сложность начинается на посадке. У самолета нет механизации, соответственно, скорость посадочная у него, например, с полной заправкой, когда он тяжелый, она составляет где-то 160-150 км в час. Да, вот мы крайние полеты летали сейчас, значит, много сделали для себя тоже открытие. Да, плюс, значит, слабая система торможения. То есть у него очень длинный пробег. Соответственно, все кочки, которые есть, ты их собираешь. Да, все ямы, рытвины, канавы. Пробег у этого самолета 700 метров. Вот. Соответственно, это ВИ-16, да. То есть вот слабая тормозная система. Вот у МиГ-3, например, в отличие от него, вот мы работали в Мачище, ограниченных размеров, так сказать, площадка, да, там два направления всего полосы, не всегда против ветра получалось. Плюс неровный грунт. Да. Сесть на ИС-16 целая проблема. Потому что ты сядешь, коснешься, но дальше тебе надо тормозить. Самолет короткий, на любой кочке начинается продольная раскачка. Продольная раскачка вызывает увод, значит, от направления. Причем особенность, наверное, с которой мы еще столкнулись, это отсутствие нормальных аэродромов. Если раньше выбиралась поляна, она как-то укатывалась, следилась за ее ровностью. Ну и раньше по определению, наверное, полян было гораздо больше ровных. Сегодня мы имели в своем распоряжении фактически три аэродрома. Это Ельцовка с бетонной полосой, да, на бетоне он очень сложный самолет. Например, Масейкин с бетона вот, все-таки так и не смог взлететь, Игорь Александрович. Да? То есть вот эта раскачка на плитах, которая возникала на аэродроме Ельцовка, она ему не позволила именно удержать самолет, значит, удержать направление. Хотя у него и опыт там, в принципе, есть полетов с хвостовым колесом. Но, тем не менее, значит, его первые все самолеты были с носовым колесом, да, и вот на уровне подсознания у него заложено несколько другой алгоритм выдерживания направления на этих самолетах. Я учился летать, первый мой самолет был с хвостовым колесом, да, за счет этого мне, конечно, гораздо проще. Причем, когда мы перелетели на грунт, он без проблем тут же, так сказать, буквально в первый день сделал две-три пробежки, да, с направлением разобрался, потому что на грунте он гораздо легче 16 оказался, и спокойно отлетал без всяких проблем и вопросов. Вот. И третий аэродром был Евсино. Все эти аэродромы, они неровные. Да, и поэтому вот для нас основная сложность была как раз именно вот выполнение посадки. Так вот, на ИС-16 в Мачище было даже мне очень сложно, тяжело летать из-за вот длинной дистанции, длинного пробега. На Миге в этом плане все гораздо проще. Да? Самолет с механизацией, самолет с предкрылками, у него воздушные тормоза, соответственно, пробег у него уже порядка там где-то метров 300-350, да? То есть в два раза меньше. Соответственно, это что такое? Это, значит, меньше возможности улететь куда-то в кусты, да, меньше возможности, значит, скапотировать, ну и соответствующие все вещи. Поэтому самый сложный 16-й. А что вы скажете о его маневренности? То есть это самое такое интересное место в его истории. Маневренность у самолета, она, на мой взгляд, она неплохая. То есть самолет имеет хорошие штопорные характеристики. То есть, например, в отличие от МиГ-3 или от ИС-153, он хорошо и входил, и выходил, у него не было тенденции к плоскому штопору этого самолета. За счет этого он очень хорошо делает и штопорные фигуры, соответственно, и имеет очень хорошие, значит, вот эти все вращательные моменты. Он может
позволить сделать очень маленький, вернее, вираж с маленьким радиусом, да, он может позволить на каком-то участке просто сорвать себя и тем самым тоже, значит, уйти из-под какого-то удара. А вы помните эту историю, что Кучкал, что про на этом самолете вообще запрещали? Почему-то все были уверены, что... Ну, такой штопор, с которого не выйти. Откуда это родилось? Это еще с 30-х годов. Нет, ну это опять вот он, может быть, все-таки это миф, да, потому что я думаю, что либо это речь шла об И-14 самолете, да, И-14 он очень похож на самолет И-16, но у него как раз были плохие штопорные характеристики. И второе, либо могут путать самолет там И-153, да, И-153 это тоже такой своеобразный самолет, вот у него как раз очень сильная тенденция к плоскому штопору, если не будет обдувки хвостового оперения, то самолет штопора не выйдет, он плавно перейдет в плоский штопор, и ты уже с ним ничего не сделаешь. Но и мы тоже поднимали, когда кучу информации, я много читал, значит, записок, рекомендаций, инструкций полетной эксплуатации, значит, того времени, того периода. По И-16 мы нигде не встретили каких-то там ограничений по штопору. И если, значит, по И-153 я читал материалы, которые были подписаны Чкаловым, да, о том, что самолет имеет тенденцию к плоскому штопору, что там прижимает к внешнему борту кабины, что если на высоте, значит, вернее, как сказано, если самолет не выходит из штопора, выпустить шасси, если это не привело к выводу из штопора, значит, то на высоте 1000 метров необходимо покинуть самолет. Вот такие записки, значит, Чкалова, об этом я читал. Про И-16 я этого не видел. Поэтому я допускаю, что это вот как раз все вот из серии вот этих домыслов, значит, вот каких-то мнений, некорректности. Да, это вот из серии, значит, истории про, значит, гибель Чкалова, да, что Чкалова заставили сесть в самолет и полететь без створок, да. И я всегда задаю вопрос, да, как бы, чтобы так глупо рассуждать, да, надо маленько пообщаться с известными летчиками-испытателями. Да, попробовали они, заставили Чкалова сесть, значит, в самолет. Это момент один. А момент второй, попробовали бы они остановить Чкалова, да, если бы он сказал, что я, значит, задачу решу, я ситуацию понимаю. Вот. И впоследствии, кстати, так и оказалось, да, что, наверное, с год назад было опубликовано интервью заместителя начальника летно-испытательной станции, вот, КБ, который подписал полетное задание Чкалова. Его посадили, кстати, впоследствии, да, за то, что, значит, погиб Чкалов. Так вот он впервые в открытой печати рассказал, как это все было. Когда он пытался Чкалову сказать, что, Валерий Павлович, вы не можете лететь, да, вам нельзя, вы там самолет не готов, нет одного, другого, третьего. Все попытки его, у этого начальника ЛИС, остановить Чкалова, они ни к чему не привели. То есть летчик-испытатель, чем отличается особенность работы? Нет человека, который ему скажет, готов ты или не готов. Вот кто мне скажет, значит, лететь мне на И-16 или не лететь. Да, пока я сам как бы не пойму, не почувствую. Но если я понимаю, что я в состоянии слетать, тоже сложно как бы меня обговорить. Да, я хорошо понимаю ситуацию с самолетом, я хорошо понимаю те недоделки, которые есть. Причем Чкалов очень хорошо понимал, что самолет И-180 это очень перспективный самолет. И, конечно, там по одной из версий он на этом самолете летал на дачу Сталина для того, чтобы показать этот самолет вождю. Очень хорошо понимаю, что перспектива во многом зависит от того, как подать изделие. И в этом плане, конечно, он для Поликарпова был подарок. Но остановить Чкалова, я думаю, никто был не в состоянии. Чкалов стукнул кулаком, потребовал, значит, подписать ему полетное задание. Тот был вынужден согласиться и подписать. И после этого он, значит, пришел, принял решение, сам полетел. Поэтому обвинять там, значит, сейчас, что его там загнали, что его заставили, ну, это просто глупости. Да, вот. И впоследствии, кстати, был приказ, подписанный Сталиным, как раз о том, что
очень много авиационных катастроф, а тогда произошла целая серия катастроф, погибли герои, известные люди, в том числе Чекалов. Да? И Сталин обратил внимание, что из-за лишней, значит, самоуверенности, переоценки своих сил квалифицированными летчиками. То есть вот наиболее, на мой взгляд, реальная, значит, картина. Так и вот с этим штопором на И-16. Я думаю, что не было никаких проблем.